Вот приводите пример с мотыльком. То есть пока мы, то есть я не совсем понял, говорит практиковать брахму, пока не достигаем совершенства. Ачарьяпад также говорит об этом, когда мы обретаем прямо синду. И недалеко от этого океана любви, то есть пусть океан любви, как Парамананда никак не сравнивается, нельзя сравнить с этим. Адвайта Сукха, она как бы, то есть это про безличное освобождение описывается в шастрах, но оно ничего не значит по сравнению с Кришнапремой. Прабхупада он обрел эту беспричинную милость Махапрабху. И он объясняет это, мол, катху, это общую эту катху очень прекрасным образом. Все, что он описывает, это не какие-то истории материального мира. Это все истории трансцендентные. Мы вот на Бавет Крахит Индриат мы ими повторяем, но Крахит Индриа Лила. То есть своим материальным языком мы не можем им трансценденты повторить, потому что имя, качество, деяния Господа, они все трансцендентны. Их недоступны материальным чувствам. Как мы материальным своим языком можем прославить Гуну, Лилу, Рупа Бхагавана. Только когда сева мукхвритти, желание служить, тогда наше сердце, они становятся тадатмы, едины, они обретают единство. Тадатмик. Так же, как вот железо, оно не может обжечь никакой объект, но если это железо поместить в огонь, тогда это железо, оно накаляется до красного, обретает качество огня. Те же качества обретают. Таким же образом мы, когда
продолжаем служить Господом, наши чувства одухотворяются. Так же, как огонь обретает, железо обретает качество обжигать от огня, так же и мы обретаем одухотворенными чувствами, можем повторить чистое имя. Так, Бхактар. Сандрасинда написано, что когда анартха разрушается, то человек может достичь бхавы. Его написывает процесс достижения этой бхавы, шрада, садусанга, бажанакрия, анартханеврити, ништха, руча, сакси, бхава. Все это последовательности, ее симптомы описаны. Вот именно в этой последовательности. Значит, как Курпат говорит. Это Шрада. Вначале вы должны быть садусанги. Человек приходит в садусангу, начинает слушать харикатху, и постепенно к нему приходит шатха. Его в сердце просыпается вера. Но в начале садусанга — это локхи садусанга, внешняя садусанга, первичная садусанга. Если это локхи садусанга, один санта-махатма, например, он рассказывает хорошо, выглядит хорошо, у него кучерявые волосы, и у него одежда красивая, у него утария у нее очень красиво свисает с плеча. Если такой худощавый сидит и смотрит там на этот, сидит и что-то рассказывает, то его никто, как бы, ну, никто не слушает. Вишванача Квартикур, например, у него был ученик. Кто? Валавидья Бушн Прабу. Ему даже шанса не давали выступить. Вишванача Квартикур. То есть, когда вот этот спор был между пандитами и браманами, и вайшнавами, когда Вишнача Такур был в возрасте, и ему нужно было отправиться в Джайпур, в Гальту, чтобы спорить с бандитами, которые вызов бросили Гауди Вайшнавской Сампрадай, он отправил своего слугу Балдевидья Бушана. А Балдевидья Бушана очень как бы худощавый такой, невзрачный. А те бандиты такие все очень холеные, такие все роскошные, такие великие саду. И все они говорят, а ему не дают выступить. И в конце, когда царь Джайпура, так как у него была вера в Гауди Вайшнав, он Они сказали, эти бандиты сказали, как рад, почему в храме Говинда Дева в Джайпуре Радхарани стоит слева от Говинды. Ему нужно Рукмини поставить, его законную жену, как бы. И они все это время проговорили, почему, доказывая, что нужно Радхарани убрать. И последние 5 минут осталось, они дали царь Джайпура, как бы, он вызвал Баладевидья Бушана. Все эти большие-большие саду. Они были в шоке, просто когда услышали, как Балдевидья Бушана рассказал, что они неправы.
То есть Локи Садусанга, человек по внешним критериям оценивает садху, когда Махапрабху пошел в Южную Индию и жил там у Батта, да, в семье Батты, с вами, когда он освободил эту семью, когда он как бы переключил их поклонение от Лакшминарайана до к на Радху Кришну. То есть Махапрабху там 4 месяца прожил и рассказывал Харикатху. Итак, человек попадает в логик Садусанга. Да, она внешняя, логик мирская, но так или иначе у него вера развивается в сердце. И вот эта шрадха тоже бывает двух видов. Локи шрадха мирская и парамартха трансцендентная шрадха. Параматик шрадха — это атьянтик шрадха, то есть настоящая вера. Если человек ее обретает в сердце, его ум никогда уже не будет обеспокоен, сбит с толку. Бхактивинода Такур говорит: веру, на самом деле, даже за целую жизнь сложно обрести. Какого определения шрадхи веры? Умукта-чхита-врити-вишеш. Это значит оставить все другие занятия, иметь только одно, как бы безраздельную веру, оставить все другие веры, склонности, безраздельную веру. Бхактивинода Такур очень хорошо описывает Бхакти Сандархи, и в Джива Госвами Бхакти Сандархи также описывает Парамартхи Шрадху. Гуру Бхакти, слова Гуру, слова Шастр. Если у человека есть очень сильная вера в это, не так-то просто иметь эту твердую веру. Настоящему сердцу чистится Атанарт, когда ученик считает своего гуру, у него нет сомнений в своем гуру, полная вера в своего гуру, тогда сердце чищается Атанарт. Это не так-то просто на самом деле, потому что когда мы видим внешнее поведение гуру, иногда оно благоприятное, иногда неблагоприятное. Иногда он также тоже отвергает нас, и у нас ум приходит беспокойство, мы начинаем думать, он садху вообще, либо нет. И мы начинаем его тоже применять к нему эту шолу. Шантира, вьякта, халатва, то есть как бы, ну, достиг как бы, ну, симптомы бхавы, признаки бхавы. Есть или нету? Вот, когда Гурудев был на Гавайях, например, он жил там у кого-то дома на Гавайях, и он писал писание там. Ну,
я не буду имя называть, однажды преданный пришел, сказал, пойдемте с нами, посмотрим волны на океане. Один преданный, короче. И он, что-то, наверное, Махараджа пригласили посмотреть волны на океане. И этому преданному говорит, пойдешь? Он говорит, нет, это разве это чистая бхакти, идти смотреть волны на океане? То есть Гурудев захотел пойти. Все как бы сразу на нее посмотрели. Ты чего гонишь на Утама Махабхагавата? Махапрабху некоторые шлоки цитировал. То есть какие-то мирские вещи говорил, то усомнил. Сын Давы пришел. И Махапрабху привел к нему любовь, а этот бандит говорит, ты же саньяси, ты почему как-то привязан к этому ребенку? Ты не должен быть привязан. То есть он как бы самого Господа отругал. Так же, как я, например, ко мне микрофон приходит, я уже не отдам его. Начну говорить. Только когда мы слышали о Мате Аватаре, мы хотели поехать и посмотреть на китов. В океан, поехать на китов посмотреть. Потому что они напоминают Матси Аватару. То есть это Удипана, то есть Гурудев, он как бы потом говорит ему, волны по собой неинтересные. На китов они хотели поехать посмотреть. Гурудева всегда, он всегда Удипана использует. Вот он на этих китов смотрит и видит Матсу Аватару. Гурудев все время сравнение приводит хорошее. Говорит, глазаши матери Дхарани настолько прекрасны. Смотрит на мир не так, как мы. Но, конечно, Хатхикари он по себе судит, и поэтому он аппроксимирует на других преданных то, что сам чувствует. Но это оскорбление. Они совершают оскорбление вайшнавов, и эти оскорбления доходят до Бхагавана. Он начинает Бхагавана оскорблять. Иногда мы даже не видим, не понимаем, где мы совершаем оскорбление. Рупа Госвамипад Бхактиратнакари, он говорит, что он совершил оскорбление по отношению к Канчи Кришнадасу. То есть Рупа Госвами. Он когда посмеялся, да, над вайшнава. Неосознанно. Рупа Госвами — это Рупа Манджари. Как Рупа Госвами, Рупа Манджари могли беспокоить Канчи Кришнадасу? Попробую.
Махапрабху же все свое сокровище сердца передал Рупа Госвами. Как Рупа Госвами мог стать оскорблением? Слушая эту катху, то есть, ну, созерцая эту катху, Рупа Госвами сидит в медитации и видит катху, как Шримати Радхарани на Самсараваре собирает цветочки. И тогда Папхай Кришна, Вичакшан, а Такша — это попугайчик Шримати Радхарани, а Вичакша — попугайчик Кришны. И тогда он прилетел, сказал Кришне, что Радхарани, она пришла на Кусум Саровара, чтобы собирать цветы. И Кришна что сделал? Он приходит туда. Там он находит дерево, которое очень на котором очень красивые цветы. Он прячется, залазит на него, прячется. И берет сук дерева, берет и нагибает, чтобы она склонилась. А Радхарани приходит, собирает цветы и поет. Этот засук, и Кришна отпускает, и он подбрасывает ее вверх, она пугается, и Кришна спрыгивает, подхватывает Шримати Радхарани, и все подруги начинают аплодировать. Рупа Госвами Пад, он видит эту лилу в своей медитации, В Гираджи Говардхане, в храме на Гираджи, Вирхари Гаудзиматхи, там эта лила нарисована. Итак, Канча Кришнадас, он проходит мимо Рупа Госвами, а тут медитация видит эту лилу. Знаешь, что материалистичные люди смеются над ним. А смотрит, говорит, как это Рупа Госвами, будучи таким великим преданным, он тоже над ним смеется. То есть он... Если кто-то не квалифицирован, то эти оскорбления смотреть материалистичными глазами на преданных, возвышенных преданных, они так или иначе будут. Но вот Рупа Госвами, он... У него, когда на него этот Кришнадас обиделся, то лила сразу медитация Рупа Госвами прервалась. Он тогда не понимает, он не может вернуться в эту лилу, он приходит к Санатане Госвами и говорит, я не понимаю, что происходит. Я не могу смарана совершать. И рассказывает эту историю. Говорит, я даже не знаю, какое оскорбление я совершил, кому. Он говорит, хорошо, Санатана Госвами говорит, а ты устрой бандару,
устрой праздник. Вот эти, поэтому эти праздники закатывают, устраивают, потому что как бы они, чтобы избавиться от оскорблений. И они так и решили сделать. Так же, как наш Гурудев, он приходили к Гурудеву, и они там по 10 бандар каждый день предлагали устраивать. Итак, Рупа Госвами устроил этот праздник, эту бандару, всех пригласил, все пришли, кроме Канчи Кришнадаса. Только Канчи Кришнадас не пришел, и тогда Рупа Госвами Пад пришел к нему и как бы попросил прощения. Говорит, все случилось. Если у вас колючка в ногу попала, вы не сможете ее из плеча достать. Вы должны ее достать из того же места, из пятки. Тогда Рупа Госвами Пад, он пошел, как бы извинялся перед Кришнадасом, Канчи Кришнадасом. Он говорит, я на самом деле не над тобой смеялся, я увидел медитацию, лилу. И так он просит прощения. И таким образом также Вайшнава Сева провел для всех. Какой уровень Рупа Госвами Пады, какого? Какой уровень Шачимата? Шачимата совершила в уме оскорбление Адвайта Ачарьи, Махапрабху разлился на нее. Почему все эти истории про оскорбления рассказываются? Для обычного садаку. Садак, он должен всегда быть осторожен с этими оскорблениями. Оскорбление, говорится, как пьяный, сумасшедший слон. Если этот сумасшедший, бешеный слон врывается в сад, то все растения, он все разрушит, там все растопчет. Таким же образом, и это оскорбление, она вырывает бхактилату. Поэтому нужно быть осторожным. Оскорбление. Потому что именно эти оскорбления, когда человек совершает оскорбление, то баджан бесполезен. Прямо в Виварте об этом говорится. Поэтому мы должны совершать баджан и в сердце быть очень дхира, серьезным. Мурари Прабху говорит, мы столько оскорблений совершаем, мы людей не пускаем в храм. Он говорит, нет, это другая вещь. Это правило, которое мы создали. Мы должны следовать этому правилу. Но все равно мы должны всегда быть осторожными. Всегда должны стараться беречь себя от оскорблений. Если мы перестанем, как мы потеряем бдительность, сразу же случится какой-нибудь случай. Поэтому, когда мы просим кого-то не приходить в храм, мы должны очень смиренно как бы просить об этом, чтобы они приходили в эти дни, когда коронавирус. Ну, конечно, мы, говорит, конечно, мы тоже всех бандару закатим, всех пригласим.
Поэтому надо всегда быть осторожным. Не совершать оскорблений. Группа вайшнавы, они все говорят, ну, объясняют нам эти вещи. Мы будем продолжать дальше обсуждать в следующие дни на Рупе Госвами.